Привет, КПИ! На носу сессия, и если вы только сейчас начали отрабатывать пары по ФП, поняли, что у вас были пары по психологии и вообще судорожно сдаете лапки, то отвлекитесь еще на один день. Колизей празднует открытие 5-го сезона. Поехали! В 2015 году у нас была идея создать какое-то пространство чисто для нашего факультета. С началом жизни проекта это его подача на нас кафе IDX в 2015 году была. Действительно было много сложностей, много трудностей, но мы поставили перед собой самую главную цель – это стать полностью автономными. И таким образом, вот спустя, можно сказать, 4 года после старта проекта, можно сказать, что он действительно завершен. Я люблю Колизей, во-первых, за то, что тут красиво. И это открытое пространство на воздухе. За музыку, за людей, за открытый простір. Колизей – это особенная атмосфера, это всегда весело, всегда интересно. На самом деле, мне очень сильно понравилось. Классно, все молодцы. Каждый год к нам приходит много молодых, амбициозных студентов, и этот год не исключительный. Мы ждем новых, активных студентов в нашу команду. Будем рады работать вместе. Ну, я считаю, у нас все получилось. Была большая проблема с кадрами, но мы ее отлично обошли, и все получилось, как получилось. Отлично. Приходите в Колизей, чильте. Можно просто посидеть, поговорить, я не знаю, посоциализироваться. Это, собственно, и смысл Колизея, типа, посоциализироваться с людьми, которые на КПИ обычно тусят и увлекаются музыкой и всяким искусством. В том, что ты можешь прийти и организовать свой собственный ивент, если у тебя, например, нету где его провести, нету аппаратуры. Ты приходишь просто и делаешь то, что ты хочешь сделать, если у тебя есть желание, конечно. Я вообще, короче, поступал в КПИ чисто из-за Колизея, поэтому я поступал на лингвистику. Бесценны, поэтому берите друзей и приходите сюда в Колизей. С вами было КПИ ТВ. До новых встреч!